Недавно я услышала, что Путин будет баллотироваться на пост президента. Я, вы знаете, да, плакала, да, на радостях, обрадовалась. Мне внука, бабушка, ты что плачешь, обалдела, что ли? Я говорю, ну вот такое, такое. Я говорю, ты что, столько радостей, я не знаю. И до сих пор я радуюсь. Вот. А Навальный, пусть мы его будем гнобить, гнобили и будем гнобить. Он нам не нужен.